запада на восток пересекает нашу страну великая Транссибирская магистраль. Она заканчивается на берегу Тихого океана во Владивостоке. Город раскинулся по берегам бухты Золотой Рог и Амурского залива. Владивосток – форпост обороны нашей страны на Тихом океане. Развивается, расширяются его границы. До революции Владивосток состоял из одной улицы, Светланской. Сейчас она называется Ленинской, а город вырос в экономический и культурный центр советского Дальнего Востока. Филиал Академии наук, университет, политехнический, рыбный и медицинский институты. Самый большой незамерзающий порт на востоке нашей страны. На многие километры протянулись современные, хорошо оборудованные причалы. Здесь швартуются сотни кораблей.